Партнер проекта Astra Channel – магазин оптических приборов «Планетарий». Адрес сайта – planetarium.ru. В этом здании Нижегородский планетарий расположился совсем недавно. Более полувека, до 2005 года, о звездном небе в Нижнем рассказывали в помещении бывшей церкви. Но теперь ее передали епархии, а у планетария появился свой собственный современный дом. После ремонта Нижегородский планетарий стал первым цифровым в России. Это большой зал нашего планетария. Здесь проходит основная часть сеансов и мероприятий. То есть, и это самая большая площадь. Собственно, вот ради этого купола вот все и строилось здесь. То есть, вот. Но здесь по периметру купола установлена система мультимедиа-проекторов, которые собирают изображение как мозаику на экране куполя. Вот 6 мультимедиа-проекторов собирают сферическую панораму. Здесь цифровой планетарий. Здесь идут сеансы в основном в режиме фильмов. Мы как лекторы обычно объявляем или говорим о каких-нибудь астрономических новостях, что-нибудь рассказываем вначале, а потом просто идет фильм. Причем фильмы не только астрономической тематики, здесь есть фильмы по биологии, по истории космонавтики. А здесь проходят шоу-концерты, то есть когда здесь играют музыканты, а на куполе разворачивается какое-то такое феерическое полнокупольное действие. Зал востребован, здесь много чего интересного. Впрочем, много чего интересного есть и за его пределами. Здесь работают несколько кружков, в том числе и астрономический, есть своя обсерватория. А в октябре, например, открылась выставка молодых художников, посвященная космической тематике. Вдохновиться современным искусством можно перед сеансом или после него. Здесь у нас сейчас представлена экспозиция, которая называется «Космические грезы». На ней представлены работы двух художников. Один художник — это Элдар-33, его творческий псевдоним, он из города Павлова. Второй художник — Александр Попов из Нижнего. Планетарий наш старается разные выставки проводить. То есть то, что вы пришли на космическую выставку, еще не обязательно означает, что мы только космическую тематику освещаем. Стремимся, чтобы выставка она была для всех возрастов, прежде всего, потому что заведение у нас также же и для детей, и для взрослых, чтобы это было интересно максимально всем. Для тех, кому интересно живое общение с лектором, здесь есть малый зал, который называется «Астрономия». В нем расположен купол традиционного оптического планетария. Здесь вот 5-метровый купол, экран, да, и под ним стоит аппарат ЦКП-2, оптический ЦЕЙС. Вот во многих планетариях мира оптический планетарий совмещают с цифровым планетарием. И это было бы правильно, это было бы хорошо, если бы у нас было бы так же. Но наш ЦКП-2 рассчитан на купол диаметра 20-30 метров, а для того купола он слишком слабоват. Поэтому пришлось для него сделать отдельный купол. Вот. Оптический планетарий дает нам изображение, очень красивое изображение звезд. Очень контрастное изображение, когда звездочка прорисовывается каждая отдельно. Звездное небо на этом куполе почти не отличить от реального, поэтому здесь обычно идут живые лекции. Посетителям рассказывают о звездах, созвездиях, планетах и о том, как их можно отыскать на небе. Здесь есть много всяких эффектов визуальных. То есть мы можем показать, как, например, летит болид, как падают метеоры, полярные сияния, восходы и заходы солнца показать. Цвета неба. А управляется вся эта красота со специального пульта. Все визуальные эффекты во время лекции Алексей запускает именно с него. Планетарий создавался еще тогда, когда не было компьютеров. И здесь идет чисто электромеханическая система. И мы видим большое количество тумблеров, которые включают разные типы проекторов и двигателей. То есть я могу, находясь за этим пультом, увеличивать яркость неба, уменьшать яркость неба, двигать небо, включать суточные движения, включать движение планет. Даже запустить летающую тарелку можно, и она промчится по звездному небу. Ну а посидеть в настоящем космическом аппарате, вернее в его точной копии, можно в соседнем зале космонавтика. Здесь стоит кабина корабля «Союз-ТМА». Причем это не просто кабина, это тренажер. Точно на таком же тренажере проходит подготовку космонавты. Готовясь к космическому полету, изучают, собственно, систему управления кораблем. Эта же машина может имитировать ситуацию полета, и здесь мы можем отрабатывать различные маневры, например, маневр стыковка.
маневр облет, там, ну и другое маневрирование. Такой же тренажер установлен в центре управления полетами. Все кнопочки и рычаги здесь работают как в реальном космическом аппарате. Есть лишь пара отличий. В настоящем Союзе сбоку нет дверки. Космонавты попадают в кабину сверху. Кроме того, Союз рассчитан на 3 человек, а в тренажере только 2 вакантных места. Все космонавты и астронавты, которые сейчас летают в космос, летают именно на таких кораблях. Вот. С помощью мультимедиапроектора я обычно показываю корабль целиком, показываю его устройство, вот. А потом рассказываю о кабине. Кабина — это только 2,5 метра. Вообще весь корабль имеет длину 7,5 метров. Но в момент полета, маневрирования, космонавты всегда находятся только в кабине. Чтобы обеспечить работу всех залов, в планетарии трудятся без малого 80 человек. Здесь есть методисты, которые разрабатывают новые лекции, большой отдел программистов. Эти ребята создают спецэффекты для цифрового купола. Все для того, чтобы каждый день, без выходных, зритель мог восхититься видом звездного неба. Сейчас начнется сеанс, и я вам расскажу. Thank you.